Два золота и одну бронзу привезли могилевские весляры с первенства Беларуси по академичным веслованию во возрастовой категории до 18 год. Лепший выник на споборництвах показала наша парная двойка Яуген Заталы и Артем Лапутин. Первое место могилевские академисты заняли и у парной четверцы. Бронзу у двойцы безрульной завоевала Новикова Дарья. И это не глядя на несприятное для этого виду на спорта надворье. Спортсменам перешкоджал боковый ветер. Однако трое могилевчан все же показали выдатный выник. Их перемоги стали отбором до заключного этапа подрыхтовки до чемпионата света сярод юниоров, который пройдет этим жнивнем у литовским Тракае. Новикова Дарья отобралась, то есть в состав восьмерки, которая была на чемпионате Европы бронзовая, показав по мелким классам, то есть двойка безрульная, очень хорошие времена, в принципе, 4 лодки. Такого еще не было вот, за мою бытность работы тренером, такого не было, чтобы приезжали 4 лодки в 5 секундах.